А у меня в чате до сих пор микробов рисуют почему-то. Что, тоже зеленый и маленький? Галустян, что ли? Как бы ты назвал тараканов? Домашние животные? А как можно назвать тараканов? Ага. Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня пятница, господи. А вы, уважаемые дамы и господа, я подглядываю, у меня шпаргалка есть, да. И пятница-то она у меня сейчас, но видео выйдет, конечно же, не в пятницу. Это Поль Чудес с Витьком и Кубовичем, и, конечно же, чатиком, который толком говорить не может, потому что специальный режим смайликов. Но они даже смайликами подсказывают, так что... Как-то так, работаем, играем. Продолжаем. Вам игра заходит. Лайки просто такими валунами там фурами подгружают. Я не знаю, кто разгружает их, но подгружают фурами, привозят. Мне очень нравится ваша такая реакция. Я бы продолжил с удовольствием все это дело. Так что с вас лайки, с меня игры. Поехали. Привет, Витёк пишет. Да, сегодня мы идем играть за Верника. Может быть, даже еще за кого-то, если я удачно пройду. Погнали, как раз музыка кончилась. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу Поле Чудес. Глотнуть водички, чтобы завести мозг. Вот задание на первый тур. Крутить барабан. До эпохи Петра I это слово обозначало меру длины, которая равнялась 2/3 версты. А потом меру эту увеличили до 1.5 верст. Я что-то только про версты помню. Не, ну там всякие сажени, косы, сажени, это все с человеком связанное. А вот чтобы больше, чем верста, что там еще могло быть-то? То есть это какая-то вещь, которая не привязана к чему-то натуральному, видимо, да, раз можно было ее изменить. Вообще, вот, вообще в голове нету никаких пониманий, что это может быть. 450. Такой буквы здесь нет. Вообще без понимания. Крутить барабан. Да ладно? Да ладно. Да, подходит. 600 очков. Буква... Е! Да кто ж будет спорить с этим? Откройте! Сейчас раз там. Е-е-е. Е. Крутить барабан. Триста пятьдесят очков. Я, возможно, даже этого слова не знаю. Такой буквы здесь нет. Что это может быть? Ну, вращайте барабан. Осьминогов рисуют. Это с осьминогом связанное? С рыбой? Вращайте, пожалуйста, барабан. Е. 350 очков. Я знаю меру длины, связанную с морем, которая на Е кончается. Это Лие. Но тут явно не 7 букв. Может быть, это килолье? Ха, килолье? Вы же знаете, 20 тысяч лье под водой, да? То есть это значит 20 килолье под водой. Подходит. Так, буквы О не было еще? Давай мы чеканем О. Откройте букву О! Ну, вращайте барабан. Что-то со осьминогами связано, 450. Да? Что там еще с морем может быть связано? Давай М попробуем. Ну, слава богу, наконец-то! Такой буквы нет. Нет, это не с морем. Ну, в смысле, слова море здесь нету в этом слове. 500 очков, буква. О-хо! Нет, неверно. Фух, отлегло. Крутите, Зинаида Гавриловна, давайте, крутите. Ваша очередь. Я пока туплю. Витя не включил всю игру еще. Ну вот, такой буквы нет. Прощайте, барабан. Что это такое может быть? Да ни хрена нету букв. Буква И, видимо, там, значит. 500 очков, буква. Есть, конечно, еще редкие гласные, но из нередких только И осталось. Согласные, смотри, все повыбивали, ни одной нету. Витя, внимательно прошаги. Так, это что, подсказка? Шаги.
О-о-о-о! Откройте букву И. А, я думал, будет ИЕ какое-то, а тут вот так вот. Блин, не знаю, не могу, нет у меня слов в голове. 600 очков. Буква. Ну, гласные, скорее всего, кончились в этом слове. Так, что у нас осталось из согласных интересных? К, Н, П, Р. К. Ну, давай П. Ой, откройте букву П. Угадал. Две. Назовите так. Слово целиком. По... Поприте? Что? Что это такое? Чё, поприте реально? Поприте? Я чё, угадал? Я чё-то не понял. Чё, правда? Такие да, да, кричат. Поприще? Поприще? Вы издеваетесь, чё, правда, что ли? Давай рассуждать. Я не знаю, о чем тут рассуждать. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Ну ладно, попри... Что там может быть? Смотри, если здесь R, тогда... Поприбе, поприве, поприге, поприде. Ну, здесь поприще только есть. Других вариантов нет, если R. Надо крутануть, наверное, и R выкрутить. Если R есть... 400 очков, буква... Молодец. Откройте нам букву R. Да ладно. Поприще. Три правильно угаданные это буквы. Это мера длины. Две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую? Есть! Есть! Ну это жесть, ребят. Нет, я вообще не догадался. Будете никогда. Будете вращать барабан, назвать слово сразу. Назвать слово. Сейчас прикинь, давайте, это не давайте. Оно. Точно! Блин. Это было очень сложно для меня. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Финал! Заклеил ему рот. Их сила не в размере, а в количестве. Блин, да это много чего может быть. Звук такой. Ой, сила не в размере, а в количестве. Наноботы. Триста 350 очков. В слове нано должно быть А. Такой буквы здесь нет. Значит, не наноботы. Неправильный вопрос. Прощайте, пожалуйста, барабан. У кого там еще может быть? Количество-то. У вас ноль. У них ноль. Барабан. Они все по нулям. Они мне поиграть не дают. Прощайте, барабан. Они говорят, дают наоборот. Ну что-то очень маленькое. Что у нас очень маленькое есть? Ну кроме наноботов. Всякие вирусы там, бактерии, бактерия слишком длинная. Вирус слишком короткая. Всякие жучки, паучки, вот эти вот. Ну а при чем тут сила в калибре? Муравей, может быть? Муравей, кстати, муравей. Типа много муравьев, много-много чего дотащить. Но там есть буква А, а я букву А уже говорил. Все зеленую склизку какую-то рисуют. Ну здесь какая-то зараза, да? Бактерия, типа. А что есть? Бактерии, вирусы, что еще у нас есть? Эти, как его, споры, грибы, плесень... Сейчас мы сейчас по плагинку пройдемся-то полностью, да? Черви какие-то эти всякие, мозгоправы. Микробы? Ну просто я сижу, думаю, что может быть еще с бактериями и вирусами связано. Вот чат взорвался, е-е-е. Ну что, будем проверять, крутить? А вдруг вы не правы? Ну давай попробуем. Давайте, микробы. Ну конечно! Блин!
Я сижу тут, значит, какие-то там у меня пошли уже перечисления названий этих бактерий. А нужно просто в общем сказать микробы. Ну, в общем, и бактерии, и вирусы, вся шушера вот эта, это все микробы. О, боже мой, нано-боты, нано-боты круче были. Давай легкое, пожалуйста. Я что-то уже мозгов много поломал. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. 7 букв. Вот задание на суперигру. Я разрешаю так вам открыть Эладин любые 5. Назывался человек, пришедший без приглашения с кем-то из гостей. Ой, в Греции в древней так человека называли, который пришел без приглашения с кем-то из гостей. Микроб. Нет, с кем-то из гостей именно. То есть он прицепом каким-то пришел, да? Может, это какой-то прицеп? Нет. А у меня в чате до сих пор микробов рисуют почему-то. Что, тоже зеленый и маленький? Галустян, что ли? А где лайки от гостей? Чего? Хейтер, что ли? Банный лист, что ли? Пристал. Думай, кто живет у другого на плече. Это высказывание. Симбион. Может быть, халявщик какой-нибудь? Халя... Нет, слишком много. Чужим трудом живет, но не халявщик. Хорошо. Нахлебник. Как бы ты назвал тараканов? Домашние животные? А как можно назвать тараканов? Пацаны, мы его теряем. Ладно, скажите, на какую букву хотя бы начинается ваш вредитель? Вредитель на какую букву? На П. Может быть, пристав? Партизан. Таракан на П. Паразит. 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 Точно. Блин. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Паразит, угадали до того, как сыграли, да? Паразит. Блин, жесть, как я долго сидел, думал сейчас. Кто же это может быть? И вроде подсказок дают немеренно, и ты сидишь и не понимаешь все равно, что нужно сказать. Вы-то понимаете, я, ну, это капец, это, наверное, так весело надо мной, над моими потугами наблюдать. Я прям чувствую там роплить адски. Эти аплодисменты вам! Жесть, что это за роспись? Тут вообще какая-то скрипка нарисована. Он походу, дело на скрипке играет. Кто он хоть такой? Непонятный. Лады. Вы выиграли супер игру. Вы выиграли супер игру. О, газонокосилка. А куда я в своей хате поставлю? На этом мы прощаемся. Так, на этом прощаемся, но надо еще одну сыграть, ребят. Надо еще одну сыграть. Желательно выиграть, конечно. О, этого я знаю. Дизайнер какой-то. Зверев, точно, Зверев. Добрый зайцев. Вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу Поле Чудес. Мочи. Первая тройка. Давай. В студию. О, господи, а Серж. А вот задание на первый тур. Он размера какого гигантского? Крутите барабан. Крутите барабан. Официальная профессия Агата Кристи. 9 букв. 750 очков. Я подумал, уборщица, но нет, не подошло. Нет, неверно. Неверно, не он. Вращайте, пожалуйста, барабан. 600 очков. Буква. Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. Жена. Хороший вариант, но здесь 9 букв. Ой! Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Идеи. Не, ну понятно, если загуглить... 550 очков. Просто замечательно. Такой буквы здесь нет. Крутите барабан. Привет, гробовщик, привет.
Чатик общается со мной. 400 очков, буква... Ну тут должны быть еще гласные, они все повыбивали. Есть еще Е, есть У, и еще редкие. Начнем с Е. Угу. Откройте! Ну, вращайте барабан. Это прям такая известная, ну, то есть такая, ну, на слуху профессия, которая и сейчас существует, и прям люди занимаются этой профессией. Мне где что-то... Что вы такой смайлик какой-то присылаете? Типа ксерокса какого-то, или что это такое вообще? Копировальный аппарат? Да? И чей-то такое? 450. Кто делает макароны? Повар. Кто делает макароны? Повар. Тут теоретически может не быть гласных букв больше, да? Согласные. Ну из согласных, если выбирать наугад, то вот из этого ряда. Коломы, ПРСТ, они чаще всего используются. 2С. Откройте букву С. Будете крутить барабан? У меня сейчас выражение лица, как у этого Сержа. Не, я так не смогу. Серпентарий. Так, а что тут копировальный аппарат-то? Секретарь, все. О. Аплодисменты можно выключить, прикиньте. Секретарь. Назвать слово. Давайте. Ну, конечно! Копировальный аппарат они мне шлют, а? Ну, блин, реально ведь похоже. Черт. Как вы это делаете, а? В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Ух, дошло. Финал. Прошу. 8 букв. Финал. Вот Инесса Ашотовна и Клавдий бук. Семенович. Вращайте, пожалуйста, степень барабан. Занятости какой-либо работой. Это нужно назвать степень занятости? Типа аврал? Или это степень занятости... Как одним словом степень занятости назвать? 350 степень очков. Занятости какой-либо работой. Я поражен. Откройте нам букву А. Я поражен, что я угадал. А, их еще и две. Ну, вращайте барабан. Буквы есть уже, можно гуглить. Я впервые плюс выкинул. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Откройте. З? Нет. Не З. Я думал, может, там заваруха какая-нибудь или еще что-нибудь. На... Я просто боюсь, если сейчас банкрот или ноль, я просрусь. Ну ладно, давай крутанем. О, еще бы плюс было бы прикольно. 750 очков. Итак, на... Здесь еще одна гласная должна быть. Нагрузка. Нагрузка. Ну-ка, проверяем. Откройте букву У. Нагрузка. Ну это да, это понятно, но это очевидно сразу. А погоди, а разве плюс не дает две шкатулки? Я же три буквы угадал, получается. Я угадал А... Я угадал N, я угадал U. О, хрен с тобой, я не буду уже наугад. Давайте. Нагрузка. Точно! Точно, блин, как он это кричит адски.
Мне нравится этот голос. Точно! Перед нами победитель! Алиса, как меня зовут? Я не узнаю ваш голос. Алиса, как меня зовут, а? Не выкобенивайся. Сдается мне, вас зовут Витек, монтажник, демонтажник, вредитель. 5 букв. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Добро пожаловать. Вот задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые 7. 7? В слове из 5 букв 7? Там, по ходу дела, какое-то название лютое. Для чего предназначались первые известные науке бочки в Междуречье? У меня есть предположение, может быть, оно, конечно, тупое. Может быть, они в этих бочках плавали? Может быть, сплав? Нет, не сплав, но хорошо. Междуречье. Месопотамия там всякая, да? Чё там росло? Чего они там делали? Чем они там занимались? Выращивали что-то? Чатик что-то рисует уже. Ведро какое-то. Солёное ведро. Чё, попкорн что ли? Что это у вас такое? Какая-то солёная вода? Солёная... Чё-то солёное для засолки, да? Консерв, банка, банку пишут. Напиток. То есть это напиток какой-то. Соленый напиток. Айран? Да при чем тут соль вообще? Что соленое это должно быть? Вы перевернутую банку с солью не рисуете? Типа, нет, это не соль. А что же это такое тогда? Сахар? Ой, боже мой, ладно. Я вообще не понимаю. В общем, чат пытается мне что-то сказать. Я вообще не понимаю, что это может быть. Там какие-то попкорны идут, соль, сахар, консервы открытые какие-то, Микки Маусы, Cool Story Бобы, сыр, чего только нету, еноты. Ладно, давай, так. Пять букв всего в слове, надо 7 угадать. Вероятность большая, что я хоть куда-то попаду. Айран. Ре, давай. Ну, в общем, если это Айран, я точно уже угадаю. Там понятно. Так, что это еще может быть? 5 букв. Боже мой, боже мой, боже мой. Для чего предназначались первые известные науке бочки в Междуречье? 5 букв. Тигр и Ефрат, да. Вот это поле чудес, я вот выбираю, какие буквы угадать. Е? Что? Какая-нибудь буква Е? Буква Е? Ну, не знаю. Хорошо, ладно, пусть будет Е. Я взял А, О, Р, Е, С. Ну, он же потом, надо еще 2 буквы назвать. Б там нету. Возьми М. Это что, подсказка, что ли? Ну, это у вас подсказки страшные какие. Возьми М. Чего еще взять? Гласную какую-то еще взять на всякий пожарный. Давай. И или У. И давай. Ой, откройте, сейчас я узнаю. Пожалуйста, буквы, если они есть. 5 букв. На М начинается. Посередине С. Да ладно. Мусор? Мусор, минута, по пошла. Ходу дела. Мусор? Что-то еще может быть. Ну вы с буквы М мне подсказали, возьми М. Так, нечестно. Но если бы я открыл ссор, я бы тоже понял, что это мусор. Не оправдывайся. Возьми. Точно! Вы выиграли суперигру! Да. Эти аплодисменты вам! Мусор! А почему мне дали 7 букв открыть? Я что-то не понял. Слово из 5 букв, я, говорит, тебе разрешаю открыть любые 7. Во дает, а? Смотри, звездочка в конце какая. Звезда. Ой, тяжелая была. Вы выиграли суперигру, и в качестве суперпризов получаете... Робот-пылесос.
Нормально мне дали подарок. Поэтому мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. А когда ты сюда? Конечно, каждую пятницу выходит. Сегодня же пятница, вот. Да. О, смотри, за кого я играть буду в следующий раз. Собчак, да. Так, давай-ка. У нас есть что расположить в нашем новом... В нашем старом доме. Что у нас есть за призы? Робот-пылесос. О, смотри, на нашу желтую мохнатку положили робот-пылесоса. И еще сюда газонокосилку сейчас затарим. Так, нужно дальше обустраивать домик. У нас 41 тысяча есть. Пол мы сделали, стены сделали, потолок сделали, люстру даже сделали. Можно новые полки. О, давай новый шкаф поставим. Новый стул. Новую лампу. Новый стол. А компьютер? А, компьютер, наверное, не подарит, скорее всего. О, кровать давай новую. О, теперь прям жить приятно стало. О, плазмы пока не хватает. Мне либо на тумбочку. Даже на стул не хватает. Давай пока тумбочку новую поставим. Во. Смотри, какая красота. Ну, ждем, значит, пока компьютер нам подарят. И будет комп стоять, видимо. Клавиатура, кстати, уже на месте есть, а компа нету. Видите, клавиатура есть. 28%. Вот я, правда, не понимаю, здесь осталось только стул, колонки, телевизор. А, еще полки, да? А, и то, что на полках еще надо прокачать. Книги там купить какие-то. Недостаточно денег. Ну, все равно тут, наверное, подарками надо из поля чудеса еще брать. Всего 28% прокачка. Ох, блин. Да, поиграешь в такую игру, потом будешь думать, что это тупой. Ой, ладно. Спасибо всем за внимание. Витек был здесь, на экране. Это была пятница и капитал шоу «Поле чудес» на вашем экране. Ну, я думаю, мы можем устраивать себе пятницу несколько раз в неделю. Так что жду вашу поддержку, мотивацию. А пока. Всем пока. И заглядывайте в ссылочки на плейлисты и на все игры, в которые я играл. Пока-пока.